суп из попкорна, сыр на утюге, жареный скитлс или смузи из суши. Смотри на канале Вуху самый необычный food challenge. Не можете выбрать ресторан для всей компании? Приходите в наш секретный ресторан. Наше меню – секрет даже для повара. О, загадка в тарелке. Девчонки, давайте сходим. Будет весело и необычно. Ну ладно, Сэм уговорил. Пойдем распробуем это загадочное место. Попались гурманы. Добро пожаловать в загадочный ресторан. Только здесь и только сейчас вы разыграете свой обед в лотерею. Вытягивайте из лототрона основной продукт. С помощью дартс выбирайте, как мы его приготовим. И бросайте кубик, чтобы узнать, с каким соусом его подать. И ваше идеальное блюдо готово. Челлендж начался. Поехали! Сэм первым попробует свою удачу на вкус. Посмотрим, что ему попадется. Сыр. Утюг. И табаско. Вот это горячая смесь! Шеф-повар может приготовить все, что угодно. На утюге мы поджарим кусочек сыра. Кажется, готово. Уважаемые гости, представляю вашему вниманию сыр на утюге с капелькой табаско. Приятного аппетита! Сэм смело пробует этот деликатес. В общем-то, неплохо, но очень горячо. Как печет! А мы продолжаем. Следующая участница Food Challenge – Белла. Что ты будешь есть сегодня? Пока что Белле попался вкусный банан. Это обнадеживает. Не спеши радоваться. Бросай дротик. Сварить в кастрюле? Очень интересно. А кубик показывает горчицу. А что из этого можно сделать? Кажется, это получится не очень вкусно. Шеф принял заказ Беллы. Отвариваем банан до готовности. Прелестно. Вот ваш вареный банан. Под горчичным соусом. Бон аппетит. Ох, это похоже на полную гадость. И на вкус не лучше. Вареный банан с горчицей невозможно есть. А мы попробуем. Сэм, передай сюда тарелку. А что? Неплохой вкус. Мягкая горчинка, пикантное блюдо. О, мон дьё! Эти посетители абсолютно всеядны. Следующая бросает Аманда. Вау, ты попала в самое яблочко. Скорее, все подписываемся на наш канал Вуху. И нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Ведь на канале Вуху всегда весело, увлекательно и вкусно. Давай, Аманда, вытягивай свою еду. Это спагетти. Посмотрим, что с ними нужно будет сделать. Крестик, то есть ничего. Выходит, я буду есть сырые спагетти. А что мне скажет кубик? Это взбитые сливки. Супер. В этом заказе у шеф-повара немного работы. Разложить сырые спагетти и приготовить сливки. Вас ждет паста экстра-мега-альденте. С топпингами сливок, конечно же. Ну что, попробуем. Ого, вот это хруст. Спагетти альденте действительно скрипят на зубах. Ужасный звук. Хотите попробовать? Соленые огурцы.
Я думаю, это неплохо. Теперь посмотрим, как их приготовить. Поджарить на огне. А вместо соуса у нас мед. Жареные огурчики фри. Что может быть лучше? Как аппетитно. Ваше блюдо. Соленые огурцы фри с медом. Сэм спешит попробовать это необычное кулинарное сочетание. А что? Оказалось совсем неплохо. Соленые огурцы, сладкий мед и горячий хруст. Сэм ни с кем не делится и съест свои огурчики сам. Попкорн, кому-то повезло. Сначала бросай дартс, а потом посмотрим. Вареный попкорн. И кому здесь повезло? Последняя надежда на соус. Не подведи меня, кубик. Табаско? А, нет, соевый соус, ну за что? Мне точно не повезло. Наш шеф давно не варил свой любимый суп из попкорна. Какой красивый цвет. Густой и свежий поп-суп. Прошу, Белла. Это деликатес специально для тебя. И не забудь приправить соевым соусом. Белла пробует чудо-супчик. Ну и гадость. Вареный попкорн и соевый соус. Не самая лучшая парочка. Давай, Аманда. Теперь твоя очередь испытать фуд-фортуну. Скитлз. А что выпадет на дартс? Прожарка на огне. И все это с медом. Ну что ж, это не так плохо. Скитлз. Поджаренная до румяной корочки. Всего минута, и конфеты не узнать. Эта коричневая масса когда-то была радужными Skittles. Прошу, Аманда, ваше блюдо. Коричневая лужа, политая жижей. Приятного аппетита. Да уж, выглядит не очень аппетитно. Это блюдо даже не может покинуть тарелку. Оно намертво вцепилось в посуду. Как тебе, Сэм? Ну, Сэм, теперь твоя очередь. Вытягивай. О, кому-то повезло. Это суши. А это блендер. What? И взбитые сливки. Шеф не часто готовит смузи из суши. Попробуем, что из этого получится. Какая аппетитная суши-каша. А сверху шапка из взбитых сливок. Красота. Сэм, твой суши-смузи готов. Попробуем. О, святые нори, какая гадость. Это невозможно. Ха, попались. Я пошутил, суши-смузи это очень вкусно. Белла, давай посмотрим, повезет тебе или нет. Что же выпадет для Беллы? О, да это же пицца. Здорово. А это что? Утюжок для волос? Но как они их объединят? И вдобавок васаби. Интересно. Шефу предстоит долгая работа. Придется подождать. Вот ваша пицца. Какой запах. Распределим васаби по всему слайсу пиццы. Но это еще не все. Двойной слой васаби никого не оставит равнодушным.
О, какой ужас. Это слишком остро. Помогите, у меня во рту пожар. Ты больше не будешь? Тогда мы съедим эту пиццу сами. Очередь Аманды. Давай, Лототрон, приготовь мне что-нибудь вкусненькое. Бургер. Ух ты, спасибо. Эй, ну почему я попала в блендер? Выбирай соус. Табаско. Не подходит. Шефу надоело готовить. Он заказал бургеры в доставке еды. Спасибо. Теперь осталось сделать из бургера и табаско ароматный крем-суп. Вот она. Еда для космонавтов. Это ваш бургер из блендера. Да уж, он мало похож на картинку бургера в меню. Крем-суп из бургера я еще не пробовала. Ммм, неплохо. Ну как, можно попробовать? Убери руки от моего бургер-супа, Сэм. Ты ничего не получишь. Сюрприз! Приготовьте свои рецепторы. Вас ждет взрыв вкуса. В нашем фуд-челлендже раунд для всех троих участников. Тяните свой жребий. У Аманды нутелла, у Беллы сахарная вата, а у Сэма сюрприз в черной коробке. Добавить к этому глубокую заморозку, а также соусы, горчицу, васаби и соевый соус. Это будет сложный раунд. Шеф готовит восхитительный торт из сладкой ваты. А теперь отправляем его в морозилку вместе с нутеллой. Прошу ваш заказ, леди. А для Сэма мы приготовили кое-что особенное. Держи свой сюрприз. И, конечно же, не забываем про соусы. Замороженную нутеллу невозможно достать из банки. Горчица тебе вряд ли поможет, Аманда. Сладкая вата с соевым соусом. Бедная Белла. Ей сегодня не везет. Ну что, Сэм, ты готов посмотреть, что там за сюрприз? Та-дам! Отменный, ароматный... Вареный кошачий корм высочайшего качества. Я сам его готовил. И приправил васаби для остроты вкуса. Ну что, кто справится с этим раундом? Фу, это отвратительно. Эй, а что здесь происходит? Ты снова переоделся в мой костюм повара, самозванец? А ну вперед мыть посуду! А? И больше не смей подходить к клиентам. Понравился наш фуд-челлендж? Тогда пиши в комментариях, что бы тебе хотелось попробовать. Суп из попкорна, жареные скитлс или огурцы фри с медом. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые челленджи на канале Вуху.